совсем забыл, что у меня есть некое подобие краскопульта. Вот. Вернее, я не забыл, его промывать надо было, у меня 2 года был не задействованный. Ну вот, куда как лучше, чем кистью или тампоном. Все, еще часа через 4 брызну разок. И все, и можно шкурить потом. И заодно стульчик до конца покрасить. Главное его промывать всегда. Я вот сейчас промыл спиртом, изопропилом. А то он, я вот то ли не промыл его, но долго я с ним возился, прочищал проволочками, но прочистил.